Готовим дагестанские курзе. В миску выкладываем фарш, лук с чесноком, измельченный в блендере, томатную пасту, аджику, соль, черный молотый перец и укроп. Все хорошенечко перемешиваем. В отдельную миску насыпаем уже просеянную муку, делаем ломку, добавляем соль, яйца, теплую воду и замешиваем тесто. Готовое тесто убираем на 20 минут отдохнуть. Готовые курзе отправляем в кипящую подсоленную воду. В самом начале желательно помешать, чтобы они не прилипли ко дну. Как только курзе наши всплывут, варить еще 5 минут. Наше курзе готово. Приятного аппетита!